Танюш, ты знаешь, у меня такая проблема, говорит, у меня начались первые признаки импотенции. А я говорю, а я здесь при чем? И мне твой голос очень волнует. А это же для жены дел. Ну что тебе, какая тебе разница? Твой голос никогда в жизни никто не попросит, потому что на голос все. Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты. Людмила, Татьяна и Любовь. А жених у нас Валерий. Здравствуйте. Долго вас ждали. Проходите. Валерий, 68 лет. Признается, что, уйдя от жены к любовнице, сделал несчастными своих детей, обеих жен и самого себя. Валерий 30 лет занимал руководящие должности. Был заместителем мэра города Козельска. Сейчас на пенсии. Любит путешествия и автомобили. Признается, что он излишне сентиментален и впечатлителен. Валерий избегает неряшливых и глупых кокеток. Его женой станет симпатичная, уравновешенная и хозяйственная женщина, склонная к компромиссам. Здравствуйте, парни. Здравствуйте. Со мной пришел мой брат, его звать Вадим. Очень приятно. Родной? Двоюродный. Разрешите вам? Разрешаем. Роза, я догадываюсь, что вы сегодня в этой кофточке будете. Под цвет вам. Валерий, если честно, первый раз в жизни чиновник такого ранга дарит мне что-то, а не я ему в виде подарочков, ну и так далее. А вы, девочки, что ощущаете? Я часто общаюсь с чиновниками. И тебе все с ними прекрасно? Ты у них ой, не надо. Нет, но у меня же совершенно другое общение. Рос, может, подойди, укуси? Ну, что-то, может, хочешь? Подожди, подожди, еще кусать ты это, а потом укусишь и извини. А потом он тебе женится. Сделайте предложение в конце программы. Очень азартный мужчина, мне он нравится. Мне нравится, что в хорошей форме, наверное, спортом занимается, да? А, женились по любви, родилось дитё, дочка, жили счастливо? Все хорошо было, а потом соблазны, кругом ходят молодые, красивые, в коротких юбках. Потом, понимаете, собственно, все это было и раньше, но дело в том, что как-то получилось так, что у меня работа была связана с задержкой, действительно был ненормированный рабочий день. Потом после работы, бывало, что как обычно, как начинается, так вот, куда-то заглянешь там, а там задерживаешься и так далее. А потом кто вам мог отказать, например? В смысле? Вы такой были прихорошенькой, я так понимаю. Это уже давно было. Еще волосы не потеряли? Нет, сейчас уже потерял. Не разбросали в то время? Я их на целине на студенческие стройки потерял. Я хочу сказать, мне очень понравился. Во-первых, он такой, смотри, приятный, ухоженный, улыбка. Он когда улыбается, у него такое внутреннее такое... Глаза добрые. Когда любовницы стали появляться? Они начали появляться, наверное, лет через 10. А чего не хватало в семье? Да все было. Может быть, наверное, слишком много хотел от жизни получить, может быть. Получил? Получил, да. Валерий, а почему жена мирилась со всеми любовницами, кроме одной, когда она стала просто настаивать, брось ее, все, прощу, но только эту брось? Почему? Как у меня получилось? Мы сидели, как бывает обычно, была у нас это самое, гости были, посидели, все, и что-то начался спор какой-то. И она мне такую фразу сказала, уходи к своей. И я это самое, вспылил и собрал, сел в машину, поехал. Вот. Поехал, приехал к ней домой туда. Ее дома не было, все темно. Но она была замужем, у нее был ребенок, все. Вот вторая, которая была. Да. Все темно, я остался ждать. И приезжает машина, приезжает вся семья, еще к ним приехали. Это мужа родители приехали с другого города. Все семьи, они выходят. Я подхожу к ней и говорю... Пошли. Собирайся, да, если хочешь, я тебя забираю. Ну и все. И когда муж уже... отпустил? Мы с ним даже немножко еще поспорили так очень сильно. Не сильно, немножко, понятно. Да. В общем, в результате вашей любви у вас родился сын Саша. Да. Он родился у меня. В общем, потом, что послужило, мне отъездом из этого, с моего города родного. Заболел он, там как-то так получилось, что не могли его вылечить.
Ну, это как-то вот получилось как бы толчок в этом, чтобы, что как там большой город и не можем это найти врача хорошего. Но мальчишку все-таки вылечили. Да, да, мы сюда приехали, вернее, там его уже вылечили. Но несчастье все равно у вас. Ну, это знаете, что это вообще, когда вот горе слышишь, такое, что, вообще Бог. Говоришь людям, сочувствуешь, вы понимаете, что это не несчастье, это вообще беспредельно страшная вещь, которая вообще... Мальчик утонул все-таки в 14 да. лет. Валерочка, я вам... Это такая... Даже что бы я сейчас ни говорила, это даже просто противно моему собственному слуху. Уже, это спаси Господи. Это была случайность какая-то? Ну, это... Пошел купаться, и речка такая, это самая мелкая была вроде бы. Он переходил ее, и там яма была, и в яму попал, и все. Господи, спаси, сохрани. Ну, в общем, пережить это было, конечно, невозможно. Да, это я никогда не пережил. И вы с женой? Ну, потом я заболел очень сильно, через неделю. Ну, а в общем, потом все. Да. Уже ничего не связано. Но пережить не смогли вдвоем уже с женой. Ну, я и до этого-то у нас были с ней уже это какие-то такие были разногласия. Мне кажется, это не проходит, наверное, никогда. Это остается. Это на всю жизнь, всю жизнь. Это его кровь, плоть да. его. Я знаю, что вы долгое время жалели о том, что ушли от первой жены. Я и сейчас жалею. А почему не пошли, не повинились? Или пробовали? Ну, во-первых, я уехал. Ну, я, во-вторых, понимаете, как это самое. Я был, я ездил туда. Она же все там же живет. Же, все, а она все, устроила все. Свою личную жизнь? Нет. А что в ней такого особенного, что вам хотелось бы увидеть... И в новой избраннице. Что в вашей жене? Ну, вы знаете, трудно сказать, что в ней нету. Перечислите. Что в ней плохого? Ну, она очень добрый человек, такая хозяйственная, она такая аккуратненькая, привлекательная. Она. Вот, очень такая отходчивая, если что-то. Она никогда зла не держит, собственно. Мне кажется, она вообще не злится и не злилась. Во всяком случае, я никогда не ощущал. И вот это, наверное, может быть, поэтому вот эти вот ее слова и «уходи к ним», может быть, и сыграли вот эту роковую роль того, что незакаленный я был, наверное, в этих вот в таких вот плохих отношениях. Вот мне бы прям ко всем мужчинам хотелось бы сейчас обратиться, которые думают или стоят на перепутье оставлять свою жену, если хотя бы что-то теплится. Ну, перебеситесь где-то, ну, не рушьте. Ну, вот посмотрите. И ведь Валерий не первый, не единственный мужчина, который сожалеет. Самое главное, его надо сейчас просто тепло, любовью женщины. Да, да, да. Вот, да, чтобы да, тепло, видно. Любовь женщины, чтобы он почувствовал. Я знаю, что ваша мама очень настороженно относится к вашей потенциальной будущей жене и считает, что на ком бы вы ни женились, ей нужно от вас только одно добро. Да? Да. Ну вот смотрите, я не очень люблю возрастных мужчин, потому что, мне кажется, ну, как-то надо достойно доживать свою жизнь. Но вы создаете очень приятное впечатление, и вы очень молодо выглядите. Я считаю, что вы разумны, поэтому к детям, которые будут у вашей жены, будете тоже хорошо относиться. Понятно, что у нее есть какая-то история, да? Вот сейчас вас Роза попытает на предмет того, где вы живете и что у вас есть, кто за кем поедет. А так, хорошую, приличную, статусную, потому что вы... достойный мужчина. Я вот детям все время говорю, лучше увидеть, а лучше всего и пошупать. Давайте мы хоть видео посмотрим, а то тут дифирамбы спели. На крыльце сейчас в моей квартире, в которой я в данный момент проживаю. Вот это вот жилая комната. Это кухня. Вот это вот мы вход в мою квартиру. Здесь идет прихожая, дальше, значит, вот это вот одна комната здесь, вот вторая комната, здесь, значит, должен располагаться туалет, ванная, кухня, дальше балкон. Вот такая у меня квартира. Скажите, мой дорогой, а где это все, в Москве? Нет, в Козельске. Прекрасно, прекрасно. А там мама... есть и место для детской. А мама далеко от Козельска-то? Там же живет она.
А, то есть, вместе. В принципе, нам дальше-то нельзя, потому что мама-то пожилая. Ну, я почему? Я могу где-то. Я сказал, что я где-то в пределах 250 километров в таком радиусе могу. Конечно. Я просто маму хочу успокоить. Вы не волнуйтесь, у нас аферистки на программу не приходят. У нас Лариса уже глаз как алмаз. Муха не пролетит. Да, так что мы, если мы его сосватаем, а не вижу причин, почему бы это не сделать. Так что все будет, еще следить будем, как таможня. Если мама все время при сыне, или вернее сын при маме, он всегда будет поступать так, как скажет мама. Да? Вот вам бы предпочтительнее женщину с маленькими детьми, чтобы их поднимать? Нет. Или уже с выросшими? Нет. Мне кажется, что я как его любил или люблю, я никого не буду так любить больше. Валерий, а если будут пацаны вот возраста вашего погибшего? Ну, ничего страшного. Ничего. Я имею в виду, что своих еще больше я уже... Ну вот еще раз подтверждаете, что вы абсолютно адекватный. Роза, кого ты и что там звезды? Ну, хотите женить, женитесь, а что? Я готова в этом отношении помочь, когда еще человек хороший и приятный, в общем-то, и адекватный во всех отношениях. Так что, а почему бы нет? Я сегодня женить буду. В удовольствие причем это буду делать. Да, и я тоже в удовольствие, и брат ваш нравится. У вас семья? Да. 30 лет в браке. Нравится, и брат ваш Вадим просто... Такие мужчины по одиночке не должны. Как-то я думала, что придет такой жердяйкин, противный сволочь, который проработал, вот, да, имеет такую должность. Да он недолго чиновником был. Хам наглый, который, знаете, привык быть хозяином в этой жизни. Вот, а вы удивительный. А нас сложно обмануть. А звезды? Вам нужна женщина очень мягкая, стабильная, которая не будет вас выводить из себя, правильно? И красивая, даже если много лет. Но стройная, красивая и, наверное, как лето, теплая, как лето. Она должна быть тем самым тылом, который обеспечивает добрую спину. Мне ты себя с ним видишь, да? Да, мне было бы приятно, да. То есть появиться где-то в общественном месте, не, да? И не только в общественном, вообще. Пожалуйста, знакомьтесь с первой невестой. Здравствуйте, Валерий. Мне очень приятно познакомиться. Спасибо. Проходите. Спасибо, проходите. Людмила, 60 лет. Обожает вышивать по шелку и принимает участие в городских конкурсах по озеленению участков. Мечтает о собственном домике с садом. Гордится своими детьми и признается, что бывает упрям. Предупреждает, что не любит бездельников. Первый возлюбленный Людмилы тайно женился на другой. Второй испугался отцовства, а третий умер от неизлечимой болезни. Надеется, что с Валерием она снова станет счастливой. Здравствуйте, Людмилочка. Людям мила. Я знаю, что у нас сегодня конкурс, да? Ваше любимое блюдо – плов? Да, я вот... Да, плов, да. И все женщины будут вас сегодня кормить этим самым пловом, а вы в конце скажете, кто из них готовит лучше всего. Поэтому... А сразу. Это вот, что это такое? Вот это вот эта тарелочка. Это кутаби. Сейчас, подождите, не надо через все это. А плов, какой у вас вот это? Узбекский. А? Узбекский. Послушайте, узбекский. Я делаю ферганский, самаркандский. Ну, их что... много очень, да. Да, я плов поэтому... свадебный. Я плов обожаю и умею готовить. Да. Поэтому Валерий женится на мне. А почему на тебе-то? Я тоже прекрасно помню. У меня до сих пор казан сохранился, в котором это... Роза, давай не будем сейчас изображать, что ты готовишь лучше, чем я. Я готовлю гениально. Я про плов говорю. Нет, я на другое нет. Пробуйте. Спасибо. А кутабы с чем? С мясом. А что такое кутабы? С бараниной. Ну, это... Что такое кутабы? Кроме беляшей, ты ничего не знаешь. Ну, Лариса будет сейчас критиковать плов. Я бы вообще хотела подарки тоже вам сделать. А у вас подарки? Да бросьте, правда, что ли? А почему они не с этого начали? Но, Роза, они очень весомые. Бывают маленькие, дуданенькие. Да. Дарю вам от души. Желаю вам. Ой, какая прелесть. Это ложечка серебряная, да? Да. Какая прелесть. Которая будет заботиться о вашем благополучии. Это талисман.
А я знаю, что если такой ложечкой завтракать, обедать и ужинать, да, то я приду в тот самое, так сказать, физическое состояние, которое мечтаю. Это намек, да, что кушать из такой ложечки. А, Людочка, как так случилось, что ваш возлюбленный женился тайно от вас на другой? Видимо, может быть, потому что я очень долго не подпускала его к себе. Случайно очень была в гостях его друга и увидела фотографии свадебные. Да. Ужас какой. А с вами он до последнего дня был? До последнего. И в статусе жениха? Уже, да, он уже был женат. И... Ну, понятно. Да. А что со вторым мужчиной? А со вторым мы стали встречаться... Ну, мы с ним недолго встречались, он меня тоже покорил, и я, наверное, влюбилась в него, вот, вследствие чего я забеременела, и было поставлено такие условия, мне либо аборт, и он остается со мной, и если я, да, оставляю ребенка, он уходит от меня. Я сказала, хорошо, я оставляю ребенка. Родился ребенок? Да, у меня замечательный сын. И я очень рада, что он у меня сейчас есть. Ему... А? Сколько ребенка? 34 года. Я говорю, что она, мне кажется, тяжелая в жизни. Ну, мне так кажется. Ну, хорошо. А третий? Он меня взял с ребенком. И мы замечательно прожили до того времени, как его не стало. Общих детей не родилось? Родилось. Вот моя замечательная дочь сидит. Да вы что? Да. Вот, мой сын красотка. Его называл папой, и сейчас, то есть, как его нет, у нас все равно не, а не звучит уже? Другого. Мне 27. И тоже не замужем? Ну, практически замужем, вот мой жених. А что ты это, а сколько вы это уже ручкаетесь, ходите? Долго. Долго, 10 лет. А почему, мам, что сидим 10 лет? Девка-то уже это, весь сок ушел. Вот, да, вот. Вот пускай, давай, я сейчас за вас это. Женишься или опять морочить голову? Женись. Когда женишься? Вот мне сейчас скажи, что ты это женишься. Да, то он ни мне, ни своей маме не говорит. А вы знаете, уже... что когда на мужчин наседают, то они... Не, мы с ним Ларис, не наседаем. Пускай он уж тогда с этим и уходит. 10 лет уже девки морочат голову. Ну, это правда, не так. А скажите, женишься? Константин, женюсь. А что вам мешает? Да ничего не мешает. Ну, вот так мама подвинется, из квартиры нет. Мама, кстати, где у нас квартира? Нигде. Не, вот, тем более терять нечего. А у нас в Козельске. Людмила, потрясающий Валерий. Разница в возрасте, да, замечательная. И вы такая вся кукольная. Хорошая вы хозяйка? Да, хозяйка хорошая. А мальчики, попробуйте-ка плов. Замечательно. Попробовали. Заценили уже? Да. А давайте все-таки, вы говорите, нет, у меня ничего нет, но все-таки где-то живете, давайте посмотрим. Это моя комната, в которой я живу. Здесь я сплю. Здесь у меня мой столик. А это моя замечательная, любимая кошка, Маркиза. А это одно из моих еще хобби – выращивание цветов. Вот такие замечательные розы у меня растут на моем цветнике во дворе моего дома, за которым я ухаживаю. Здорово. У вас есть какие-то вопросы к Людмиле? Скажите, вот кроме этого блюда у вас есть какие-то еще блюда любимые, которые можете подготовить? Да, мы очень любим блины всевозможные, драники, то есть много борщей, щи. А что вы не едите, Валерий, скажите мне? Я все ем. Опа! Опа! Вот так, молодец! Это к нам, у нас все блюда. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция. Свидание наедине. Хороший знак, проходите. Поверх мне надо было побольше, чтобы... Вообще странно, если женщина в 60 лет не умеет готовить, то это уже как даже смешно, правда? А к нам сколько приходило? Ой, у меня аж слюнки потекли даже. Нет, а сколько приходило невест, которые не умеют готовить и гордятся Еще этим? Гордятся, да. А спрашиваешь, а что ты взамен даешь? Она говорит, себя. Да-да-да. Хороший город, я был там. Очень хороший город. Да. Было там один раз, правда, был, но
Понравился. Ну, давно надеюсь, я был. Надеюсь, что я еще был, будете. Я был в 70-м году там еще. Ну, я вот с 74-го года. Там. 74-го? Да, с 74-го года. Живу. Да. Когда закончила училище, да, потом уехала к подружке. И там и осталась. А вы, Наташечка, все-таки присмотритесь к Константину. Вы такая яркая красавица. Сейчас вас увидели миллионы по всему земному шару. Если будет вам еще голову морочить хотя бы месяц, бросайте его нафиг, приходите к нам на программу. Ну, 10 лет, ну что это такое? Более того, нет никаких... Нет, никто не говорит про пышную свадьбу. Да, может, пошли и не в ЗАГС, расписались. А свадьба потом через сколько-то? Ну, эта практика показывает, что если в начале не было так, то и потом не будет. Поэтому мы ждем того момента. А практика показывает, что те, кто собирает деньги сначала на свадьбу, потом на детей, так и проживают или расстаются. А те, кто плюнул на все эти условности, пошли в ЗАГС, в чем есть. И, глядишь, и квартира появляется, и дети родятся вовремя. Так что... Мало того, допустим, если он 10 лет не женился, то потом, после расставания, как-то они очень быстро находят себе жилье, да, в течение полугода. Женится прям очень, да, быстро. Людочка, пока вы там ходили, мы вашу дочку решили уже, если не женится на ней, Костик, выдадим ее на программе. А сюрприз приготовили или вот это и есть сюрприз? Это и был сюрприз. Да. Это есть. Это сюрприз. Прекрасный сюрприз, я вам хочу сказать. Мы все попробовали, вас обсудили, поэтому не забудьте цветочки, проходите в свою комнату. Спасибо вам спасибо большое. Ну, спасибо. Вадим, ну вот сейчас, когда невеста уже в своей комнате, мы можем ее обсудить. Скажите честно, вам понравился плов? Да. По пятибалльной системе сколько? Да пятерку поставил бы я. Вы не избалованные. Ну а общее впечатление, как о Людмиле? Хорошая женщина. А вы что скажете, Валерий, тем более вы общались целую минуту? Нормальная женщина, обычная. Знаете, что мне нравится в ней? Вот это такая сдержанность и какая-то интеллигентность. Я не люблю нахрапистых, тем более в этом возрасте. Вот есть такие не женщины, а бабы. А я бабская в женщинах не перевариваю. Какое впечатление произвел на вас? Ну, какое хорошее на меня впечатление произвел он? У вас сочетание физическое может быть очень хорошее. Человек верный, постоянный, стабильный в отношениях, в любви, в чувствах. Но, вы знаете, здесь есть единственное «но», она никогда не будет бездействовать. То есть ее будет всегда тянуть в какую-то социальную сферу, быть задействованной, работать, активно общаться, понимаете? Вот так. Любит очень дороги, и, пожалуй, дети – огромная часть ее жизни. Она им будет уделять время и внимание. У меня такое есть ощущение, что он... То есть вы сможете войдет, быть вместе, да? Да, что он, да, выберет меня. Вас ждет вторая невеста. Знакомьтесь, проходите, пожалуйста. Добрый день, Валерий. Я очень рада сегодняшней встрече. Надеюсь, наше знакомство будет приятным и, возможно, общение продолжится дальше. Спасибо. Спасибо. Татьяна, 63 года. Работала юрисконсультом, сейчас на пенсии. Увлекается дизайном интерьера и одежды, ходит на уроки фламенко, изучает иностранные языки и обожает рыбалку. Признается, что не может пройти мимо чужих проблем. Предупреждает, что ездит за границу не менее 3 раз в год. Первый муж Татьяны вставил себе золотые зубы, а ей не давал ни копейки. Со вторым разлучила его мама, а с третьим – дочери. Надеется, что они с Валерием созданы друг для друга. Здравствуйте, девочки. Можно начать с подарков? Конечно. Очень приятно. Спасибо. Пожалуйста, подарок жениху. Спасибо. Это Розе. Спасибо. Это вам. Спасибо вам большое. Я знаю, что вы приготовили для нашего жениха плов и для, да, его брата.
Да, Розочка сейчас все нам разложит. А пока она это делает, мне не терпится услышать историю про вашего золотого мужа. Вы знаете, у всех есть какие-то свои, ну, как тараканы, как говорится, да? Вот он обожал золото. Ну, просто он... А кто он был по национальности? Он у него и молдаван, от молдаван что-то было, и от евреев, ну, больше еврейская кровь. Странно, потому что это цыгане в основном любят. Ну, внешне он похож был на цыгана, внешне. Кудрявый, с бородой, с усами. Поэтому золотые зубы. Потому что евреи золотые зубы. Ну, его всего два там выглядели. А уже у моего бывшего, у него весь рот был, он ставил себе два ряда золотых зубов. А что, хорошо, все сейф с собой носишь, понимаешь? Ну, у него, на самом деле, он очень любил деньги. И когда даже мы с ним разводились, расставались, то в связи с тем, что деньги были на его книжке, мы так с ним договорились, что мне родители помогали деньгами. Я училась на дневном институте, я не работала, студенткой была. Вот. А он зарабатывал, мы откладывали деньги, чтобы как-то позволить себе что-то купить. Тем более у нас через год родился мальчик. Кстати, зовут Александром. Вот, это мое любимое имя. То есть он, ну, просто жадничал. Жадничал. И вы должны были отчитываться за каждую копейку, да, потому что даже то, что зарабатывали вы. Я пошла на работу через год, потому что умер мой папа, который помогал очень материально. Я пошла работать, когда сыну уже было полтора годика. Вот. У каждого есть свои тараканы, главное, чтобы они не сползались по квартире. Нет, жадность это не таракан, жадность это приговор. А сколько прожили вы с ним? Мы с ним 5 лет прожили. Я поэтому и поняла, что мой брак... Хорошие инвестиции в рот. У меня брак был обречен. Я это поняла через год, когда вот мы уже родился Саша. И так получилось, что... Ну, послушайте, вы не в накладе. После развода вам достался сын и квартира. Ну, это... А он чашки-ложки... Чашки-ложки, все... даже занавески, обои, в общем, все, что можно было снять, даже он забрал. Даже книжки, которые никогда не читал, он и то их прихватил. Нет, он их читал, но другое дело, что папа мне их дарил. Папа знает, что я люблю книги. Ну, хорошо, вам хотя бы осталось где жить. С сыном общаете? Нет, не общается. С 7 лет не общается. И сын тоже не хочет с ним общаться. Ну, конечно, за всю жизнь сыну подарил килограмм морковки, в общем-то. Ну, дело в том, что я... Трудно было одной, когда тебя все, ты осталась в пустой квартире. И, конечно, нужно было самой все, и мебель покупать, и работать нужно, и ребенку давать нужно, и образование. И все. Она, вероятно, занимала руководящие должности. Да. Ну, поэтому такая она. И она привыкла, чтобы ее слушали, а она не слышит. Татьяна, где вы сейчас живете? У меня квартира, 2 квартиры. Одна у меня квартира вот на Речном вокзале, то есть на севере Москвы. Двухкомнатная квартира большая, купила 10 лет назад. А вторая? Это а сына? Вторая это не вторая квартира, это не мама ее подарила, уже тоже 10 лет назад. Я маму взяла к себе жить, а там квартира была мамина. А, вот. То есть вы с мамой живете? Сейчас я живу с мамой, да. Маме 87. Да. То есть, по сути, мы, если что, поедем к вам с мамой, да? Или мы возьмем маму к себе, 2 мамы будут дружить. И так может быть. Мы не знаем, как все сложится. Прекрасно. У меня чудесная квартира. А сейчас... вы хотите еще с тещей жить? Нет, я хочу вообще, если что, жить только вдвоем. Вот. Прекрасно. Объединим наших мам. Наших мам объединим. У меня чудесная квартира, большая кухня. Скажите, вы москвичка, а да? А на какие средства вы 3 раза в год ездите? Я вам объясню. Я, где-то так получается, в последнее время я работаю, я юрисконсульт. Меня приглашают и до сих пор, и приглашение есть. Полгода я работаю, полгода я могу заниматься тем, что мне нравится. То есть я востребована, меня приглашают как специалист. Вот моя коллега, она даже подтвердит. Мы подружились. А куда ездите? В Испанию. А если вот замуж выйдете... Вдвоем будут ездить? Вдвоем будем ездить. Хорошо, у вас осталось 2 бонуса. Семейная тайна или традиция и скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Ой, какой тяжелый скелетище. Вау. Деньги? Нет, мобильный телефон. Что значит это? Ну, в моей жизни была такая интересная одна история. И в связи с тем, что у нас такое шоу... разных историй жизненных у людей. Я решила рассказать одну из историй. Я тоже помогла одному очень хорошему знакомому. Мы дружили, но это было давно, с одной семьей, чудесная семья. Жена великолепная хозяйка, красавица, умница. Я просто восторгалась ее как женщиной. И позвонил мне, уже я была разведена с мужем, позвонил мне ее муж и сказал: «Танюш, ты знаешь, у меня такая проблема, говорит, у меня начались первые признаки импотенции». А я говорю: «А я здесь при чем?» «Ну, ты знаешь, ты мне всегда очень нравилась, мы же дружили, общались. Вот мне твой голос очень волнует. Давай, если ты, я буду звонить иногда, и будем с тобой на интимную тему беседовать». Вот. Но я хочу послушать твой голос. А это, кстати, измена считается? Нет. А я уже была свободная. Виртуально. А для него я не знаю. Да-да-да, какая интересная история.
Да-да-да. Ну, я решила сказать. И? Она такая необычная история, конечно. Я сама от себя такого не ожидала. Вот. И в итоге мне было сначала неловко, конечно. Мне 28 где-то лет, да, вот, и такие вещи. Но хорошо, что он был знакомый человек. Если бы был посторонний, я, конечно, хорошо, бы не с кем бы. Уже. Вот. И он мне задавал вопросы какие там. Ну, в общем, мы с ним беседовали по телефону. Так было 4-5 бесед у нас по телефону. Потом он пропал на месяц. Потом звонит: «Танюша, я тебе предлагаю попить кофе. Думаю, я тебе скажу подробности». И вот мы с ним встречаемся в кафе, пьем кофе, он говорит: «Я тебе так благодарен, пришел, вообще букет цветов мне подарил. Ты знаешь, вот слушая твой голос, я в мечтах представляла, как я тебе мечтал, когда еще вот были знакомы». То есть он как бы вот, ну, была ее какая-то... А женой не развратник. Нет, он с женой, ничего нет, с женой не изменял он жене. Как он это все делал, нет, я не знаю. А это же для жены. Ну что тебе, делал? Какая тебе разница? Твой голос... Никогда в жизни никто не попросит, потому что наоборот все. Откуда знаешь? Ну, не знаю, но есть, наверное, кто-то. Знаю, Маша, ты как скажешь там прямо. А что, он показывает, они там все сидят, вяжут. Да, дорогой, да, дорогой. Вика шивает. Слушайте, а в 90-е годы по федеральным каналам в 90-е годы показывали эротические фильмы. И моя подруга Марина Дюжева, актриса, помните, да, Лимино, конечно, маленькая, конечно. Вот эта молоденькая, да, адвокатша, она озвучивала, ну, еще известная актриса, она говорит: «Ой, придем тоже со своей едой, она вяжет, вышивает». Да-да-да. Этого не было бы тебе. И в это время под столом что-то. Это она рассказывала очень смешно. Это другая служба занимается этим. Да, спасибо. Это профессионал. Да, конечно. Спасибо, дорогая моя. Оставляйте плов, забирайте цветочки и приходите в комнату. Я забыла, что еще один сюрприз у меня забыла. Ну, я скажу, конечно. Роза, не уходи, Роза. Я забыла. А ты же Роза? Нет. Роза тоже, да. Вот это Роза. Валерий, я через 2 недели уезжаю в Испанию, на 3 недели. Вот. Поэтому, если у вас будет возможность и желание, пожалуйста, можете. Я приглашаю вас составить мне компанию. Я еду одна, покажу вам Барселону, покажу вам Валенсию. Билеты за наш счет. Там все оплачено. Приставать не будете? Тогда не знаю, как сложится, не обещаю. Спасибо большое, пожалуйста, потом. Так, ну, по-моему, она всех уболтала. Вадим! А вам не положили плов, вы не попробовали, Роза? А я спрашивала, он говорит: «Не хочу». Да? А как вам, кстати, первый ну, вопрос? Ну, это ничего так. По пятибалльной шкале, мне кажется, он чуть выше, да, предыдущего? Ну, да, ну, тот, откровенно говоря, пусть не обижается, на пятерку он не тянет тот плов, если первый. Откровенно говорить, да. Да. Ну, чё, ну, здесь тоже такая четверочка. Тут четверочка, да. А как сама Татьяна? Ну, активная очень такая, человек подвижный, активный. Яркая, успешная. Да, да, да. Того самого бабства, о котором мы говорили в начале передачи, его нет. И это, мне кажется, должно радовать. Да. А тебе, Рос, понравилось? Не, ну, Танечка, она хороша, только Татьяне не нужен муж-муж. Татьяне нужен мужчина для радости. Причем пунктирно, вот как ты говоришь. Сейчас хорошо радуется, потом свои дела возникли. Извини, дорогой, займись своими. Ну, ему женщина для радости нужна. Нет, если вас такая ситуация устраивает, то есть, в принципе, ну, мне кажется, вы классический такой. То есть, нет, жена, а мне рядом... кажется, это единственная ситуация реальная, когда и отдохнуть друг от друга, и съездить. Нет, ну, Ларис, понимаешь, пунктир, когда она отдыхает и занимается своими делами, может затянуться, а ему это зачем? А будет обговаривать. Правда? Ну что ж, он каждый раз, вот она мне органайзер, каждый раз, значит, она, вы будете смотреть в органайзер, говорит: «Так, не получится». Рус, вот смотри, меня, да. А я так живу всю жизнь. Ты с мужем же... давно живешь, и вы уже, и вас это устраивает, а здесь только на самое, как говорится, начало. Ну, сейчас нас рассудят звезды. Ей нужен брак. Это не значит, что она не хочет или там совсем отдыхать друг от друга, но ей нужен брак. Другое дело, что она свободна, она хочет быть... вечно молодой, подвижный, и, в общем-то, она с успехом это делает. Поэтому единственное, нужно ли вам это? Да, если ему тихо, семейное, нужно там где-то компания, только это, конечно, неинтересно. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Проходите, познакомьтесь.
Здравствуйте, Валерий. Очень рада с вами познакомиться. У меня самое красивое имя в мире – Любовь. Очень приятно. Спасибо. Любовь. 63 года. Работала главным бухгалтером в сфере общепита. Сейчас на пенсии. Признается, что не мыслит жизни без внуков и программы «Давай поженимся». Гордится тем, что с легкостью может доплыть до середины карьеры. Предупреждает, что хочет жить только за городом. Муж Любови постоянно покушался на ее жизнь, а она продолжала жить с ним из жалости. Надеется, что Валерий подарит ей еще один шанс на любовь. Здравствуйте. Ну и традиционно сейчас наши розы метнутся. Я приготовила... У нас абсолютно честный конкурс сегодня. Путь к сердцу мужчин лежит через желудок. Через его любимый плов. Да, я приготовила вам тоже плов. Но это не узбекский, с цветочками. А это можайский плов, потому что он готовился, да? Можайский. Глаза у него загорелись. Да, мне тоже кажется, что ему понравилось. Да. Очень приятно, спасибо. Ой, капуста! Это сюрприз, слушай, там сюрприз не только для вас. Это все с вашего огорода. Посмотри. Да. Вот я родилась и выросла в степях Казахстана. Но вот когда я вышла на пенсию, я научилась выращивать все овощи в экологическом чистом районе Можайска. И вот это я все вырастила своими руками. Вот эта приправа для борща – это мой рецепт. И кого вы выберете сегодня из женщин, пусть приготовит вам борщ, и скажет вам приятного аппетита. Спасибо. Какая вы умница. Умница, красавица. Любочка, не в обиду будет предыдущим невестам. Да. Но ваш плов самый вкусный. Спасибо. Ну, у каждого плов свой. Да. Руки все разные. Да, конечно. Что там у вас было с мужем? Это ж страсти какие, не приведи Господи. Когда его... агрессорские наклонности проявились? Вот вы знаете, не сразу. Где-то через год я родила дочь, но так получилось, что он уезжал на работу на неделю. 5 дней работал, а 2 дня выходных возвращался домой. И я стала замечать, приезжает на выходные, обязательно пиво. Пиво, потом, значит, крепкие напитки, водка. И стала проявляться вот, ну, агрессия. А к чему она в основном привязывалась? Вот какая-то ревность. Вот какая-то ревность, да. Вот, и был такой случай, день рождения у его сестры. Мы пошли отметить день рождения, вернулись домой. Дочери было 3 года, Ларис. И до сих пор она помнит этот случай. Берет нож и говорит, я тебе сейчас зарежу. В общем, мы вокруг стола бегали, как-то увернулись. Родители жили в одном дворе. Я от него убежала. Люб, вот мне хочется один секрет узнать. Да. Вы же не первая и не последняя. Ну, некоторым женщинам, наверное, нравится страдать. Дай бог бы с вами. Когда мужчина из раза в раз измывается, подвергает вашу жизнь опасности. Но когда ребенок, почему терпели? Из-за какой такой жалости? Почему прощали? Почему не выгоняли? Понимаете, Ларис, я как-то... Ведь я была здесь одна. У меня не было ни родных, ни близких в то время, ни друзей, ни подруг. А подумать о том, что у вас даже, поскольку вы одна, и хоронить будет некому, ничего? Не думали об этом? Ну, как я не думала про это. Я, в принципе, его полюбила. И я не думала об этом, понимаете? И мне как-то возвращаться... Я даже хотела вернуться домой. Но у меня свекровь, в принципе, была такая умная женщина. Она говорит, Люба, ну куда ты поедешь? Ну, я, в принципе... Ну, группу везем, это еще ладно, туда, на родину тебе. А так с ножом, ну, они бегает, меня, ребенок они меня боится. Жалели, родители жалели. Как-то, ну, и мне тоже было его, в принципе, жалко. Вам было... Объясните мне, дури. А вам было жалко? За что? За то, что нож тяжелый, или бегая он мог пораниться? Я не могу, Лариса, ответить на этот вопрос, я просто не знаю. Но мне просто было его жалко, понимаете? Вот он просил, он, когда трезвый, просил прощения, умолял. Меня. Не, не смотри на меня, я так и мое детство прошло в таком варианте. Мне было его жалко. Я даже, Ларис, развелась, я сама подала на развод, нас развели, даже он на развод не явился. И еще после развода год где-то я, в общем, как говорится, его терпела. Да. Ну, видишь, у нее жизнь тоже тяжелая была. Да, ее потрепало сильно. Дочери было 5 лет. Меня приятельница знакомит с парнем. Ну, в общем-то, где-то полгода мы с ним общались. В общем, и у вас решили... он удочерил вашу девочку, да, родился общий, да, сын. Да. И жили счастливо. Жили счастливо. Он любил мою дочь даже больше, чем сына.
потому что, может, он понимал, что вот он как бы не родной, но он отдал ей всю душу. Он ее научил просто всему. Она будет, там будет машина, она может забить гвоздь, она может там отпилить, построить. Сколько всё. прожили в таком счастье? 33 года. 33 года. Да, мы прожили 33 года. И вот за 10 минут он практически у меня на руках умер. Да. Встретил меня, я поехала перед Новым годом, представляете? Я поехала с приятельницей в театр, он меня встретил с электрички. Мы отъехали, ему стало плохо, он вышел из машины. Я сижу, не пойму, думаю, почему его так долго нет. Выхожу, он лежит. Пока сын подъехал, 10 минут, все. Что случилось? Все, его не довезли до больницы. Инсульт? Инсульт, да. Высокий, красивый мужчина. Да. Вы прожили счастливую жизнь. Да. Он построил. А, да, я вот сейчас живу, не показали дом. Я сейчас живу. А давайте посмотрим, почему. Давайте посмотрим. Это мой балкон, где я утром пью кофе и любуюсь на Можайское водохранилище и на природу, которая здесь есть. Вот вид сверху моего участка. Детская площадка для внуков. Далее баня. Я очень люблю там париться. Зимой выхожу в снег. В зимнее время, когда нечего делать. Это моя библиотека. Читаю книги. Это мой зал. Только что сделали ремонт, еще не успела повесить шторы. Это вот фотографии моей семьи. Вот моя любимая внучка, которая сейчас 5 лет. А вот это фотографии теплицы, которые я выращиваю помидоры. Вы счастливая женщина, да, какая красота. Муж построил дом своими руками. Приезжаешь, там такая красота. Да. Все самые дорогие санатории Подмосковья по вашей дороге. Не передать. Да, да, у нас ее все и Дорохово, у нас, да, все, да, по этой, да, дороге. У нас все сосновый бор, это все середина. Не менее прекрасные места. Да. А сколько? Послушайте, давайте, да, это свежий воздух. Девочки, да, не ссоримся. Да. Послушайте, это же счастье, когда вы сидите и думаете, где вы будете встречать Новый год, в Козельске или в Можайске. Да. Слава богу, когда есть куда ехать. Мы сейчас поедем к тебе на квартиру на 8 марта или останемся у нас здесь, да? Да, в Можайске. Поэтому, да, слава богу, есть из чего выбирать. В принципе, она ему подошла бы. Вполне. Да. Ей в Испанию не надо ехать. У меня еще 3 кошки и собака, которых я... Это на улице? На улице? Да, на улице. Нет, нет. И я там на улице зимой сказали. Дома. Нет. Зимой дома. Нет, нет. И что, вы уберете своих кошек, собак-то? А как же, я без них просто не могу. Нет, я говорю, вот будет муж, кошек придется убрать на улицу. Детям. Почему детям? А у меня у дочери 9 кошек. А мы кошатницы. Это подождите. Отдельное, кстати. Хорошо, мы что об этом говорили. Еще она что хорошо, что она, да, их, что она их, Лариса, подбирает, лечит, стерилизует. Любочка, на сайте двое.тв там... Желающих приобретать и жить, и поддерживать кошек достаточно много. Спасибо. Найдем. А мы Валерия не выслушали, а может быть, он и мечтал жить все время сейчас в окружении 100 кошек. Я их люблю, но как-то разумно, чтобы... Расстояние. Да. Чтобы они нет, а я их где-то люблю до такой степени, Лариса. Ну, вот ничего не могу с собой поделать. Тогда будете без мужчины. Я прошлый год... Тогда хранить вас будут кошки. Нет, представляете, за гробом. Целость-то просто будет штук 200 идти. Слушай, целый запас. Хорошо бы он ее не выбрал бы тогда. Зачем у вас столько кошек? Я думаю, что 0,0% мужчин, которые согласятся делить свою женщину. А у меня еще есть двое внуков. Да, молодец, да. Всем похвасталась. Да. Ну, ничего не скрыла. 5 лет внучке и 4 месяца внуку. Ничего не скрыла. Их нам остается узнать только семейную тайну. Ой, семейная тайна, конечно, это, как говорится, небольшой позор, но бывает. Но это был единичный случай в моей жизни, больше такого нет. Сами понимаете, советские времена. Мы работаем коллективом, хорошим коллективом. Заканчивается квартал, победители соцсоревнования. Второй квартал, победители соцсоревнования. Третий квартал, победители соцсоревнования. Четвертый квартал, победители соцсоревнования с вручением красного знамени. Едем, значит, получать это красное знамя.
город Одинцово. А у меня уже там была квартира. Естественно, коллективом получили это знамя, купили вино, пришли в квартиру. Я не помню, но я бокал, может быть, два выпила. А нужно было ехать, где мы в закрытом городке жили, 100 километров. Ну, в общем, меня немножко развезло, но развезло так, что пели песни, это ладно, в автобусе. Вы отдались водителю автобуса? Нет, нет, ну что вы, Лариса? А что тогда? Не пугайте уже, давайте. Был коллектив, я вообще молодая, была очень заводная. Вы всему коллективу отдались? Нет. Я в автобусе плясала в присядку, а у меня перед этим травма колена была. Я не помню, как это произошло. Потом рассказывает мне дочь, которой было 13 лет. Стою, говорит, на улице, подъезжает автобус. Смотрю, говорит, в автобусе свисает мамина голова вот так. Потом меня с красным знаменем вывели и завели в дом. С красным знаменем, пьяная. Ну, почему меня так развезло? О, Боже, это единственное, это единственный случай в жизни, да, где я напилась. У нас народная артистка в бизнес-классе в самолете делала уголок, держась за кресло, и мостик прямо в бизнес-классе. Я больше бокала вина, больше хорошо, не могу выпить. После этого спасибо вам большое. Я так понимаю, сюрприз вот в виде. Ну да, это сюрприз. Сюрприз, значит, корзина и вам, Наполеон. Спасибо большое. Поэтому дайте нам возможность с вас обсудить. Проходите, пожалуйста. Да. Как вам перспектива жить с кошками? Я уже все остальное просто упускаю. Я не говорю, что это противно, что... Но я не могу просто... Нет, это противно. Это добрая, прекрасная Люба. Я не могу Люба. С этим жить просто-напросто, да. Вот, к сожалению. Да. Вот, Росы, что тут поделаешь? Да, сейчас, представляешь, какое количество кошатников и кошатниц, которые сидят и плюются в экран, считают, нас осуждают, что мы вот такие. Нет, ну, во-первых, все мы прекрасно знаем, это в любом возрасте. Гордыня мужчин на понятия несовместимы. Выбор либо с гордыней, либо с мужчин. Здесь принцип тот же самый. Вообще ставить мужчину на уровне, выбирать между кошкой и мужчиной, вообще очень странно. Они все-таки братья, даже не братья, они меньшие, в общем-то. И тут даже сравнивать нельзя. И мне странно, когда женщина говорит, а я даже выбирать не буду, конечно, кошки. Не, ну я не сравниваю мужчину с кошками. Да. Здесь вот как раз вот, что касается кошек, луна в рыбах. И это человек светлый, видящий многие вещи, открывающий. Душа добрая очень. Не только из-за кошек. Да, это вот до того, как я увидела, то есть узнала про кошек, это в ее карте. Очень добрый человек, очень добрая душа и действительно очень прощающая. Но у вас, я бы сказала, могла быть очень сильная физическая совместимость. Вот один из тех редких случаев, когда люди очень хорошо в близости совпадают. У нее, можно скажу я, да? У нее, знаете, вот вы когда она рассказывала про своего мужа, видели, у нее слезы на глазах были? У нее это осталось, я это знаю, что это такое. Но к покойникам не ревнует. Я не ревную, я не говорю не ревность, как, я просто говорю, я знаю, что это такое просто, понимаете? Будет сравнивать, думаете? Это у нее, нет, у нее, ну, просто это... Ну и вы по бывшей жене, вот будете такое вместе. У нее, да, это горе и развод, это разные вещи, понимаете? Хорошо, Вадим, кого вы советуете? Я никого не вижу рядом с ним, но считаю, что... Как сердце ему подскажет, стоит сделать выбор. А не видите рядом, почему? Ну, разные слишком. А, Валерий? Ну, вообще-то я думаю, надо попробовать. Выбор все-таки я сделал. Вот. Я вам советую Татьяну. Работающая, у нее так много плюсов. Ей кроме радости от этой жизни ничего не нужно. Все комплименты в ее адрес я уже сказала. И мне кажется, вы были бы очень достойной парой. Спасибо, спасибо. Я, кстати, тоже за Татьяну, хотя я ее больше всех критиковала. Мне нравится, хорошая, кстати, идея совместить двух мам. В общем-то, и мамам компаньонки нужны, и поговорить меньше, вам мозг выносить будет, и ей в том числе. Испания тоже никто не отменял, как говорится, мир надо посмотреть. И если что, по телефону с вами пообщается, если заскучаете с это. С Людмилой и Любовью хорошая физическая совместимость. С Татьяной будет всегда интересно. Вы никогда не соскучитесь. Ничего страшного с Любовью. Если что, она ему по телефону. Вот, ну, вау! В любом случае, мы вас поддержим. Кому бы вы ни пошли, проходите. Я с тобой развожусь 23 года, потому что ты старая жаба. Ну, разлюбили мы друг друга. Ну, что же делать? По его инициативе был секс. Я его не хотела. А сейчас вам оно зачем надо? Вам в молодости один раз в 3 года надо было.
А сейчас совсем не надо. Я предлагаю всем выйти, чтобы поддержать Валерия. Я к вам. Спасибо, мне это очень приятно. Мне тоже. У нас, оказывается, очень много общего. Ну, мы да, я думаю, что где-то вот внутренне так вот смотришь как-то. Да. И это самое... Так вот, что-то чувствуется. Нет. Я тоже почувствовала, когда вы рассказывали о себе в самом начале. Спасибо, Ниша. Ну, попробуем. Попробуем. У нас есть пара Валерий и Татьяна, если вы одиноки. Или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы. Пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи.